Идея проекта «Служба помощи четвероногим» появилась у волонтеров и активистов Акбара после второй волны пандемии. Осенью и зимой, когда люди с положительным тестом на ковид и контактные не могли выйти из дома, добровольцы взяли на себя заботу об их собаках. Выгуливали животных, приносили корма, возили к врачам. В это время звонки поступали не только от больных. За помощью обращались и те, кто уже переболел и страдал от последствий коронавируса. Им приходилось отказывать. Тогда и решено было расширить рамки помощи. Если человек заболел, или если бабушка, или что-то с вами случилось, то как раз вы можете позвонить нам, и мы тогда погуляем с собачкой. Если надо будет, свозим ветлечебницу. Если надо будет, купим корм. То есть, примерно то же самое, что мы делали и в пандемию. Но только теперь всем нуждающимся, которым мы, к сожалению, в то-то не могли помочь, а теперь сможем. В полную силу проект заработает осенью. 500 тысяч рублей, которые Акбару выделил фонд президентских грантов, пойдет в основном на закупку средств индивидуальной защиты и обмундирование волонтеров. Именно из-за того получается, что нам не хватало тех же самых сумок, да, потому что, например, ты ходишь, когда гуляешь, у тебя еще в придачу, кроме собаки, еще там пакетики для убирания, там, я не знаю, блокнот, ручка, это тоже надо было, потому что каждое все-таки животное индивидуально, со своими особенностями, то есть это надо знать. В ближайшее время предстоит набрать команду волонтеров. Если вы желаете присоединиться к проекту, звоните по телефону +7 903 040 88 60. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.